Да, сцепление. Ну, включай. Сцепление выжми. Но. Ну я не знаю. Пробуй. Отпускай сцепление, подгазовывай. Газуй. Ужимай сцепление. Нейтралище. Нейтраль нашла? Точно нейтраль? Не нейтраль. Нет? Не. Ну тебе надо прочувствовать. Да. Ну как? Ну как? Сама скажи как. Класс. Все? Будешь учиться тебе да. на коробке? Ушло, хочу. Ну потом. Другой раз. Ну, хватит. Хорошо. Не надо. Ну запускай тогда. Найди нейтраль. Не, вниз попробуй. Это для меня, конечно, сложно. Как ее прочувствовать? Ты двигай, встань с мопеда и двигай его взад-вперед. Нет работы двигателя? То есть проезд. Пробуй, есть работа двигателя или нет? А как вот так? Двигай взад-вперед. Не, все, нейтраль. Запускай. Выходишь на кнопки. Да, пускай кикстартер, там храповая мышца. Все нормально. Выжимай сцепление. Да, поехал. Слишком резко выжал. Отпустил сцепление резко. 5. Нейтраль еще. Все, пробуй запускать. Еще. Резко пробуй. Подними. Смотри. Ну, что ты газ поддаешь? Давай, выжала сцепление. Сцепление выжала. Стой, машина еще одна. Давай, стартуй. Давай, отпускай и прибавляй газу. Не сильно резко отпускай сцепление.